Сегодня администрацию президента в Киеве осаждали несколько сотен активистов правого сектора, организации, признанной в России экстремистской. Радикалы протестовали против требований властей вступить в регулярную армию либо разоружиться и выражали недовольство тем, что под Днепропетровском украинские десантники заблокировали их базу. Подчиняться кому-либо боевики отказываются, они не уходят с линии соприкосновения в Донбассе, не соблюдают режим прекращения огня и регулярно устраивают вооруженные провокации. Попытки установить над ними контроль провалились.